Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов в музее Григориана Профана «Вознесение пророка Илии на небо. Фрагмент саркофага. Второй век мрамор». На этом фрагменте раннехристианского саркофага представлена сцена, описанная в Ветхом Завете, взять Илии живым на небо, в то время как он шел пророком Елисеем. Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная, кони огненные, и разлучили их обоих, и, понеся Илия вихрь, на небо. Четвертая книга царств. Данный скульптурный фрагмент относится ко времени, когда традиции античного искусства уступали место искусству христианскому. Мастеров интересовала не плоть, но дух, выражению которого подчинено здесь все, и более уплощенный рельеф и приближение образа к знаку. Фигура пророка по сравнению с конями более крупная, потому что взгляд должен сразу падать на нее. Паятель изобразил момент, когда Илия только начал воспарять над землей, и его вдохновенное, что даже заметно при не слишком хорошо сохранившейся скульптуре лицо, обращено к небу. Пророк спокойно и торжественно стоит на колеснице. Гладкие его одежды ровно не спадают вниз. Движение как таковое в этом искусстве значения не имело. Поэтому сцена полна не только внешней, сколько внутренней проекции. Вот такое описание к работе вознесения пророка Илии на небо. Фрагмент саркофага. Второй век мрамор. Музей Григориана Профана. Я нашел в интернете. Пока-пока. До свидания. Текст по книги «Великий музей мира». До свидания.